Всем привет! Вы смотрите передачу «Откровенный разговор» Грузинского центра стратегического анализа GSAC. С вами я, Гела Базадзе. И сегодня наш гость – ассоциированный профессор Университета Европы Георгий Петличвили. Приветствую, Георгий. Добрый день, Гела. Спасибо за приглашение. Георгий, ну ты один из опытнейших дипломатов, и, наверное, в Грузии мало кто, если кто-нибудь вообще, знает лучше тебя про Британию. А сегодня я хочу поговорить именно про Британию, и я тебе объясню, почему. Такая, может быть, несколько странная тема, новости Кавказа, Британия, но, тем не менее, очень часто я слышу «Британия то», «Британия сё». В общем, есть мем «Британские ученые», но кроме этого мема есть еще один мем. Если что-то непонятное происходит, если где-то нужно дополнить знания и объяснения, то обычно говорят, ну, это британцы, потому что британцы все делают тихо и все делают вот так вот. А, и это объясняет все, потому что, как правило, люди начинают кивать и говорить, да, это британцы. Итак, это британцы. После Брексита британцы и... Что вообще у нас в Британии на сегодняшний день, я имею в виду в общем и в целом, а потом уже перейдем, конечно, к нашему регионам. Понятно. Ну, когда Великобритания составляла где-то четверть населения и пятую часть территории земного шара, это когда была империя, где солнце никогда не заходило, потому что они по всей долготе, так сказать, по все 360 градусов охватывали, тогда было понятно, что некоторые события, так сказать, неявно или неявно иногда, имели Британию там в качестве такого там, кукловода или так актера. Понятно, тогда влияние этого государства было очень сильным. Но после 1947 года и особенно, понимаете, вот более-менее сведущие люди там недавней истории в холодной войне, понятно, что вот после, например, Суэцкого кризиса, когда, скажем, практически, ну, можно сказать, что вот перетянула руку Соединенные Штаты Британии и вот показали ей уже ей новое место в мире. Понятно, что говорить о, скажем так сказать, большом британской, так сказать, заговоре или, скажем, вот, скажем, невидимые нити Британии, ну, уже говорить по-моему не приходится. Не знаю, почему осталась такая инерция, скажем, от событий очень того давно минувших дней, да, скажем, 100, 110, 102 до Первой мировой войны. Понятно, да, что Британия была ведущей, так сказать, страной. Даже после Первой мировой войны Британия была очень сильной, но она уже уступала тем же Соединенным Штатам по влиянию. Ну а после Второй мировой войны Британия стала, ну, в какой-то степени младшим партнером Соединенных Штатов. Да, были особые отношения, были, скажем, особые трансатлантические отношения. Даже в Евросоюз Британия вступила позже других основных европейских как государств, как раз-таки благодаря особым отношениям с Соединенными Штатами. У Британии была особая интересная европейская роль НАТО, она была вот как бы мостиком, то есть ее островное положение, да, скажем, не на континенте Европы, но близко, практически в океане, было, создавало очень интересную такую, скажем так сказать, кооперацию и структуру НАТО, то есть Британия и сейчас является, так сказать, краеугольным камнем, но ни в коем случае не главным актором. Более того, в последние месяцы, вот что меня лично, так сказать, беспокоит, что в какой-то холодок в отношениях между Соединенными Штатами и Британией, как раз-таки вызваны вот таким поспешным уходом из Афганистана, когда даже самых ближайших союзников британцев, Байден, ну, руководство Соединенных Штатов, понятно, что это мог сделать и на уровне Блинкена, на уровне, так сказать, министра обороны, ну, хотя желательно, конечно, да, если такие особые отношения, это делать на уровне руководителей глав государств, Британия не была даже поставлена в известность. И в течение, так сказать, трех дней Байден даже не позвонил Джонсону и не сообщил. И, кстати говоря, да, американское дипломатическое представительство ретировалось, а британский посол остался. Это чисто, так сказать, на личном, говорят его о личном мужестве и о том, что... Да, новые времена, в новые времена даже такие, скажем, такие партнерские отношения сильные, как между Соединенными Штатами и Британией, теперь уже претерпевают какие-то изменения. Я, конечно же, я думаю, что это все там, временно после Афганистана. И Америка как-то переформатируется, и Великобритания. Великобритания сегодня, перед ней стоит очень, очень важная задача. Создать, так сказать, вот создать себя заново, в каком смысле, уже не будучи государством Европейского Союза,
то есть сделать так, чтобы выход из Европейского Союза в долгосрочной перспективе был бы, скажем так, полезным предприятием, а не в ущерб себе. Пока что, да, так сказать, в сухом остатке мы имеем скорее минус, чем плюс. Экономически Британия пока что пострадала. Понятно, что это все было ожидаемо, что многие люди, которые даже тот же самый Фараж и Джонсон, который выступал, который... Но это вообще особый случай. На самом-то деле там Джонсон, вот эта идея Джонсона, которая Брексит, это был скорее, скажем, его личный спор с Кэмероном, с его, так сказать, приятелем по Оксфорду, так сказать, по политической карьере. Они были такими друзьями-соперниками. И вот такое ощущение, что просто, так сказать, наспор. Выведу Британию из Евросоюза, так сказать, смогу, потому что действительно, так скажем, в экономическом отношении Британия отдавала больше, чем получала. Были некоторые, скажем, политические шаги, которые Британия должна была подчиняться, ну, в силу того, что она являлась членом Европейского Союза, потому что страны сознательно отдавали какую-то часть своего суверенитета, но по большей части это был, скажем, какой-то вот спор. И более того, полное ощущение создается, правда, понятно, публично это, так сказать, не обсуждается, что даже те люди, тот же, во всяком случае, Борис Джонсон, может быть, не Фараж, но Борис Джонсон, они сами не верили, что Брексит случится. Они думали, что так же, как с референдумом по независимости Шотландии, 40-45% выскажется за независимость. Это тоже было, скажем, от этого тоже можно получить серьезные политические дивиденды. Это значит, говорит о том, что серьезная часть общества, 40-45% это серьезная часть общества, не поддерживает членство Британии в Евросоюзе, поэтому надо как-то модифицировать, поэтому надо как-то изменить, сделать политику более гибкой. Хотя, в принципе, у Британии была, на мой взгляд, ну, практически идеальная позиция в Европейском Союзе. Они не были в евро, они не были в Шенгене. Да, хотя, конечно, вот эти самые, говорят, четыре свободы, да, вот эти самые главные, и вот эти самые бенефиты, дивиденды от членства в Евросоюзе Британия получала. Да, она была политически более серьезным голосом, но по целому ряду вопросов между Британией и членами Евросоюза расхождение. И вот сегодня, когда мы имеем уже новый мир, когда наряду с регионализацией происходит уже глобализация превращается в регионализацию. Сегодня уже государства, которые далеко находятся, и это, кстати, самый выход Соединенных Штатов из Афганистана, это тоже еще одно подтверждение того, меньше интересуются государствами, которые находятся на другом конце земли, несмотря на то, что, конечно, да, все взаимосвязано, и тем более, так сказать, и экономические, и политические связи, понятно, что сегодня они простираются по всей земле, но тем не менее, в основном проблемы региональные. Насколько эти региональные проблемы, скажем, становятся межрегиональными, это уже зависит от индивидуальных, так сказать, государств. Сегодня, например, что касается Британии, Британии надо утверждаться заново как независимое государство, как государство, член НАТО, член Совета Европы, но не Евросоюза, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Например, в том же самом отношении с Россией, отношении с Китаем, это Евросоюз, если взять Евросоюз как самое, так сказать, ну, если взять вот отдельный Евросоюз, эти 27 оставшихся государств, они экономически, они на уровне Китая и Соединенных Штатов. Это, кстати, высшая лига, да, вот если взять Евросоюз. По идее, 21 век должен определяться отношением между тремя этими акторами. Хотя мы прекрасно понимаем, что в основном 21 век – это Соединенные Штаты и Китай. Евросоюз сегодня он более аморфный, сегодня он более размытый. Сегодня мы вряд ли можем говорить о 27, так сказать, государствах. Даже внутри этого Евросоюза есть, на мой взгляд, слишком большие различия в подходах к той же России, к той же российско-украинской войне, тем же энергетическим потоком, тому же Северному потоку, что в той же политике в отношении и нашего региона, и постсоветского пространства, и Центральной Азии, того же, так сказать, Афганистана, той же Ливии, той же Сирии, даже Средиземноморья, да, в той же, так сказать, Ливии, вот в горячих точках, что сегодня, так сказать, перед Евросоюзом стоит вопрос, сможет ли он стать уже полноценным таким, так сказать, вот мировым актором
будет ли у него, будут ли у него, так сказать, вооруженные силы, сможет ли он обеспечивать свою собственную безопасность, и он опять будет, так сказать, держаться на Соединенных Штатах, насколько он будет независимым. И в этом отношении в Британии, скажем так сказать, новая роль. Надо сохранить и, может быть, усилить особые отношения с Соединенными Штатами, надо переформатировать отношения с бывшим Союзом, с Китаем. Поэтому Британия, у нее сейчас, как говорят, too much on the plate, слишком много у нее, большая у нее повестка дня и слишком сложная, плюс еще, конечно, это самая ковид-пандемия, да, и потому что Британия оказалась в числе, так сказать, вот жертв, можно сказать, то есть там эта пандемия ударила по Британии довольно сильно, особенно, так сказать, на первые месяцы. Поэтому сегодня я не думаю, что в Британии есть ресурсы, какие-то, скажем, подводные течения регулировать или там контролировать. Сегодня ей, так сказать, не до этого. Сегодня ей надо утверждать себя как новое, так сказать, европейское государство, член НАТО, которое рядом с Евросоюзом, но не в Евросоюзе, которое имеет особые отношения с Соединенными Штатами и для нас, Грузии, для Южного Кавказа, для Украины, для России, для Китая. Это важно, как пройдут эти, как эти отношения, так сказать, сложатся. Кстати говоря, естественно, так сказать, Британия, ну да, она не зависит так от России, как некоторые страны Евросоюза. Я думаю, ее голос, скажем, был бы очень важным с точки зрения более, так сказать, жесткой политики по отношению к России. И этого голоса сегодня нет. К счастью, так сказать, Британия осталась в НАТО, и, ну да, ну я очень надеюсь, это вопрос времени, когда, скажем, настанет вопрос, так сказать, о большем сближении Грузии с НАТО, так сказать, этот голос будет очень важным, и, скорее всего, голос будет в нашу пользу, хотя, конечно, многое и от нас зависит. Ну, в принципе, из европейских стран, которые в Европе находятся, Британия наиболее последовательна, ну, не считая, конечно, стран Новой Европы, там, не считая восточноевропейские страны, Польши, Балтов и так далее, Британия наиболее, и старой Европы, наиболее последовательно поддерживает наше членство в НАТО. Но вот до недавнего времени все было понятно. Вот пришла европейская администрация, противовес трамповской, которая в какой-то степени была антиевропейской. Пришла европейская администрация, Байден, Блинкен, все прекрасно, там, Северный поток, да, пожалуйста, только Германия, Франция, мы с вами, мы вас любим. И несколько дней назад картина мира несколько, но если она не перевернулась, то она несколько повредилась. Военно-политический союз новых, Британия, Австралия, США, отказ Австралии от подводных лодок, скандал, и, в общем-то, Европа, ну, у меня такое впечатление, что Европейский союз немножко шокирован, потому что, ну, если уж, как же ее... Крамп, Карен Бауэр, это вот, слава богу, что она не стала канцлером, потому что это выговаривать эту фамилию постоянно, это было бы букой. Как она сейчас министр обороны Германии, она прямо говорит, что Европейский Союз должен действовать независимо от США в военном плане, независимо, ну, война, а в военном плане это в военно-политическом плане. Вот тут, ну, как-то совсем не, это совсем не про... То, что Блинкен и Байден сейчас, они, Ален Делон, говорят на французском, и администрация про Европу. Ну, то понимаете, есть... что? Одно дело – это желание. Ну да, многие европейцы. Ну, в принципе, да, не надо забывать, что даже во времена Холодной войны была Франция, да, которая, скажем, иногда капризно себя вела. Да, и там были... даже в условиях войны, когда был вопрос жизни и смерти, куда уж дальше, куда уж более острое противостояние. Даже тогда находилась Франция, которая, да, по чисто культурно-историческим, так сказать, мотивам все-таки старалась, так сказать, быть Европой, что мы не только, так сказать, под Америкой. И, кстати, да, отношения, даже некоторые проекты, скажем, какие-то... Даже проекты по образованию, каким-то культурным связям, даже на уровне ЮНЕСКО французы очень любили подчеркивать, что они не американцы. Ну, понятно, это есть такой, так сказать, европейский мотив, тем более после того, как, ну, понятно, что большую часть, скажем, вот этого нового времени, да, в общем, после Вестфальского, это была, скажем, во всем евроцентристская политика, и вдруг Соединенные Штаты на протяжении последнего века стали... вырвались вперед и стали, понятно, самым мощным государством. Понятно, что чисто эмоционально, сентиментально на европейцев это действует. Тем более Германия, которая, там, скажем, центральное государство Европы и самое мощное государство Европы, понятно, что на уровне электората, тем более не надо забывать о очень таком токсичном наследии Шрёдера. Шрёдер, который, в принципе, свою политику...
последние годы своей политической карьеры, свою политическую, он пролонгировал свою политическую жизнь благодаря, скажем, критике Соединенных Штатов. Да, не надо это забывать. Несколько лет назад, понятно, что о Трампе можно говорить много, и, скажем, так, недостатков у него было много, и критиковать его есть за что, но все-таки, знаете, есть, так сказать, градация несовершенства. Несколько лет назад, когда вот Pew Research, очень хорошая, так сказать, скажем, международная компания, которая проводит общественное мнение, проводила мнение в Германии, кто является самым большим угрозой для мира, 41% ответили Трамп, и 18-19% ответили Путин. То есть считают Трампа в два раза более опасным, вернее, нет, да, то есть считали Америку трамповскую более опасной для мирового порядка и для мира во всем мире, чем Россию. Ну, куда уж дальше. Понятно, что при таком, так сказать, общественном мнении в Германии, я тоже это считаю шрёдеровским наследием. Я, например, да, ну, может быть, я и не являюсь, скажем, фанатом Ангелы Меркель, но я понимаю, насколько ей было трудно, насколько, скажем, Шрёдер наломал дров, и после его наследия, насколько было трудно, скажем, залатать все эти повреждения, да, которые там сотворил Шрёдер за 7 лет своего правления. Поэтому, да, серьезно, и его партия, и мы ему оформили Штайнмайера, мы можем говорить о его наследии. Да, сегодня в Германии вот такой дискурс антиамериканский, который, по сути, да, может быть, он не явно пророссийский, но вот он вам Северный поток. Да, этот дискурс присутствует, и мы должны это учитывать. Хотя, да, это вот надо такой декаплинг проводить, да, при этом, скажем, Германия является очень таким серьезным партнером Южного Кавказа и тоже Грузии, скажем, по экономике, там, по там, европейской интеграции, это уже, так сказать, другой вопрос. Но другой вопрос, сможет ли Европа стать, так сказать, таким по-настоящему мировым актором? Для этого нужна политическая воля и желание, и готовность населения откладывать больше на оборону и на безопасность. Пока что мы этого желания не видим. Германия там до 1% там, или до 1,5% довела, скажем, свои расходы по НАТО, и очень маловероятно, что эти там расходы увеличат. Европейские страны, так сказать, не хотят. Они, может быть, да, все общества, можно сказать, они слишком в каком-то, может быть, в плохом смысле, обросли жирком, потому что, да, 70-75 лет безопасной жизни, сильной экономики, да, хорошей жизни, при этом, когда твою безопасность обеспечивает другая страна, которую почему-то очень принято ругать, очень модно, так сказать, ругать, переход на другие рельсы, так сказать, это вещь очень сложная. Пять лет назад, когда Федерика Могерини была верховным представителем по внешней политике, она с большими фанфарами, под большие, так скажем, в общем, так сказать, в торжественной ситуации, так сказать, в торжественной обстановке ввела так называемую глобальную политику, глобальную стратегию Европы, которая предполагала превращение в Европейского Союза, так сказать, в серьезный, так сказать, мировой, так сказать, мирового игрока. Ну, пока что почти что не случилось. То есть европейские государства и европейские общества не готовы инвестировать в это. Поэтому пока что маловероятно, что Европейский Союз в это превратится. Да, хотя с точки зрения, скажем, электоральной, с точки зрения внутренней политики, скажем, вот подобный дискурс очень выгоден. Поэтому, опять же, для меня это, к сожалению, потому что Европейский Союз, который находится близко, который находится, и безопасность которого зависит от того, насколько, скажем, у него будут хорошие соседи, насколько будут соседи проевропейские и продемократические, это для нас очень потенциально очень хороший партнер. Потому что, да, хотя Байден и сказал, что Америка, так сказать, вернулась, но мы видим, что в Афганистане она вернулась не в той степени, она вернулась по той же формуле «America first», что, в принципе, понятно. Но она вернулась не для того, чтобы, как во времена холодной войны, обеспечивать, скажем, безопасность Европы. Да, выдвинуты некоторые инициативы по сдерживанию Китая в основном, да, ну, по какой-то степени поддерживание России, хотя, в принципе, вот если почитать документы, Россия явно на втором месте, по понятным причинам, да, по сравнению с Китаем, просто нам, так сказать, Россия больше валит, потому что наши территории оккупированы, и присутствие России в нашем регионе довольно сильно, и это она усилилась, так сказать, после ноября 2020 года.
после Второй Карабахской войны. Да, это, кстати, не обстоятельство не в Грузии, но тем не менее в регионе. Поэтому, так сказать, если говорить о Европе, так, Соединенных Штатов, да, плохо, что Европа не может превратиться в полновесного, так сказать, международного игрока, который, так сказать, за поддержку демократических и либеральных ценностей, который готов инвестировать и помогать этим странам, в том числе и в военном отношении. Сегодня только Соединенные Штаты на это иногда способны. Ну, скажем, да, вот, скажем, визит Зеленского в Соединенные Штаты говорит о том, что в какой-то степени, я думаю, в недостаточной, для меня в недостаточной, но в какой-то степени Соединенные Штаты сегодня готовы усилить обороноспособность Украины против, так сказать, российской агрессии, которая, скажем, которую никто не отменял, которая может принять более острые формы, потому что несколько таких предупредительных звоночков мы уже видели. Ну вот, примерно так, хотя, так сказать, тема довольно такая большая, многогранная. Да, конечно, тема очень большая, и тем не менее, если мы вернемся в наш регион, Вторая Карабахская война создала новую геополитическую реальность. Понятно, что на земле у нас есть два крупных игрока региональных, и действительно регионализация произошла, это Турция и Россия. Вот часто, опять-таки, я говорю о том, что приходится слышать от людей, причем если бы это было бы просто так в качестве комментатора там, или кто-то, вот, люди, которые далеки от реальности, а даже некоторые, от некоторых экспертов серьезных приходится слышать, что ну что ты делал? Ну, понятно же, что за спиной у Турции стоит Британия. Давай спрошу прямо у тебя. За спиной у Турции стоит Британия? На сегодняшний день полноценно, конечно, она не стоит, но предполагать, скажем, альянс и более близкие отношения между Британией и Турцией можно. Кстати говоря, это, кстати, понятно, что это не имеет к политике отношения, скажем, прадед Бориса Джонсона был, так сказать, серьезным турецким, уже поздним османским политическим деятелем. И да, это будет непросто, потому что тот же самый Борис Джонсон, очень, когда будущий еще журналистом, не будущий еще активным политиком, по-моему, будущий, он уже был мэром Лондона, написал, так сказать, очень такой обидный стишок Эрдогана. То есть отношения, то есть, непростые, но тем не менее их можно исправить. То есть есть потенциальный кейс усиления отношений между Великобританией и Турцией, скажем, создание какого-то тандема, оси, если хотите. Этот кейс существует. Будет ли он материализован? Это уже другой вопрос. Я думаю, создание этого, вот этой оси потенциально было бы очень плохо. Это бы усилило и Великобританию, и Турцию. Это дало бы, скажем, современной Турции большую такую, скажем, легитимацию как члена НАТО и как члена западного мира. Сегодня, потому что сегодня Турция присутствует на Южном Кавказе, к счастью, да, то есть у России уже нет монополии, то есть роль России усилилась, там, практически мы имеем вооружение, мы имеем новую базу, да, такую, опять же, так сказать, под таким эфемистическим названием «миротворцы». Но тем не менее, сегодня у Азербайджана есть Турция, так сказать, есть полноправный союз. Но Турция, да, с военным потенциалом НАТО, со второй по численности и по силе, по мощи армии НАТО, но Турция присутствует там как независимый актор, как независимое, так сказать, политическое лицо, не как член НАТО. То есть Турция там как независимая страна, проводящая, кстати, да, это можно только приветствовать, проводящая полноценную самостоятельную политику и не оглядывающуюся на Евросоюз и Соединенные Штаты. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но, тем не менее, страна с 85-миллионным населением посчитала, что имеет право проводить политику и даже вступать, если не в конфронтацию, но, скажем, вот перетягивание каната с Россией в какой-то степени. Причем это не только в Карабахе, а и в Ливии, и в Сирии. То есть Турция показала, что она является полноценным игроком, с которым надо считаться. Сегодня с Турцией все считаются, те же самые Соединенные Штаты. Это, с одной стороны, но, опять же, для региона, вот лично, так сказать, для меня большое беспокойство вызывает ослабление Запада, присутствие Запада в регионе. Если у
сложится, скажем, такой турецко-британский тандем, то это усилит, скажем, позиции Запада. Тем более Великобритании после Брексита нужна success story. Вот эта success story, история успеха, нужна Евросоюзу, но пока что Евросоюзу не хватает политической воли и единства для того, чтобы, скажем, осуществить свои внешнеполитические, скажем, шаги, стать достаточно амбициозной для того, чтобы, так сказать, Евросоюз был хорошей силой, так сказать, был... Да, сегодня я считаю, Евросоюз – это добро, да. Но чтобы он был добром не только экономически, не с точки зрения, скажем, поддержки развития там, демократии, не только Шарль Мишелем, да, можно сказать, но и комиссаром, так сказать, по безопасности и, так сказать, по вооружениям, чтобы Евросоюз был полноценным игроком, чтобы Евросоюз мог осуществить свою политику скорее в той же Сирии. Потому что в Сирии, да, Евросоюза нет. Если бы, скажем, Евросоюз был бы полноценным, скажем, игроком, в том числе и с точки зрения вооруженных сил и безопасности, Россия бы не смогла бы, так скажем, так вольготно себя там чувствовать. Поэтому сильный Евросоюз, причем сильный во всех отношениях, нам нужен. Но при наличии отсутствия, скажем, реалистично, понимая, что подобный Евросоюз в ближайшие несколько лет, скорее всего, не возникнет, да, надо надеяться на, скажем, усиление роли Великобритании, которая имеет потенциал, который является сегодня, ну, если бы она была в Евросоюзе, она была бы третья по ВВП государству. Оно государство довольно сильное, оно значительно сильнее той же Турции, так сказать, по экономике. Поэтому, скажем, экономическая мощь Британии плюс понимание сегодняшнего британского руководства сложностей геополитических и вопросов безопасности, я считаю, что Борис Джонсон в данном случае очень грамотный политик. И хоть я и более, скажем, если бы я бы, наверное, был, скажем, либерал-демократом, будучи британским жителем, но сегодняшняя консервативная партия более здоровую политику имеет, чем либеристская, так сказать, в отношении внешней политики. Борис Джонсон понимает. Другое дело, скажем, что значительная часть общества не очень поддерживает, скажем, такие более проактивные международные шаги Великобритании. Но я думаю, скажем, это исправимо. Это менее исправимо в Америке, чем в Великобритании. Я думаю, что если этот тандем сложится, что это будет хорошо для нашего региона. Поэтому Турция плюс Великобритания – это больше, чем просто Турция, потому что Турция с Великобританией – это Турция с присутствием Запада. То есть у России противовес будет на Южном Кавказе не только в лице Турции, что надо, конечно, приветствовать, но в лице Турции и Великобритании, то есть более серьезное западное присутствие, что хорошо не только с точки зрения военного баланса, но и с точки зрения, скажем, вот общего, скажем, направления развития южнокавказских государств. Очень интересный момент. Ну, то есть я правильно понял ответ на вопрос, стоит ли за Турцией Великобритания? Пока нет, сегодня нет, но потенциально это возможно. Вот смотри, по линии разлома, мы вот сейчас смотрим линии разлома, да, регионализация или как глокализация, Алик Искандарян, потому что этот термин мне очень понравился, глокализация. Вот глокализация конфликта, вот что происходит, и вообще политики глокализации происходит. И в этой линии разлома понятно, что у Франции и Германии свои интересы, у Польши и Балтии свои интересы. И Польша и Балтия, а может быть в какой-то степени и другие страны Восточной Европы, например, Чехия, Венгрия, там, Румыния уж точно, их интересы как бы больше совпадают с интересами Украины и Грузии. А сейчас, я думаю, уже и Молдовы. Вот если мы говорим о потенциальных возможностях, насколько вообще возможно вот такое переформатирование, ну, скажем так, европейско-ближневосточного театра всего этого, там, где создаются интересные взаимодействия вот между государствами, которые, ну, скажем так, раньше ориентировались на США, а сейчас фактически вынуждены вести самостоятельную политику, но как-то кооперироваться. Насколько это ты видишь реальным? Конечно, имея в виду Великобританию и Турцию. Да. Поэтому, скажем, участие Великобритании вот в подобной, скажем, ну, восточноевропейском форуме было бы очень, очень положительным. Ну вот посмотрим. Я какую-то надежду возлагаю на Крымскую платформу.
встреча, которая, так сказать, состоялась, так сказать, недавно в Грузии, до этого, так сказать, по-моему, в Украине встречались. Я думаю, да, сначала в Батуми, потом в Киеве. Я думаю, скажем, привлечение таких государств, как Великобритания, и более активное вовлечение Балтийских государств и Польши, стран, которые не понаслышке, которые сегодня слишком, так сказать, находятся в опасной близости от России, которые хорошо понимают, для которых, скажем, обуздание России – это, так сказать, уже вопрос их собственной безопасности. Это участие, конечно, надо приветствовать. И, опять же, знаете, для Великобритании это тоже будет очень таким хорошим историей успеха, потому что в данном случае Великобритания будет более активно вовлечена в международные дела, причем, скажем, государствами, которыми, скажем, она имела меньше проблем в Евросоюзе, потому что больше проблем создалось Брюсселем и, вот, скажем, Францией и Германией. Да? И, скажем, опять же, так сказать, восстановление влияния Великобритании, которое, скажем, мы помним вот эти самые, ну, не в течение, можно сказать, 2 лет, потому что первый год была Германия, то есть Британия здесь присутствовала. Да, это присутствие, может быть, не было идеальным, но, тем не менее, самые амбиции Великобритании распространялись на Южный Кавказ, хотя не в достаточной степени. Им пришлось, ну да, они решили это слишком, в 20-м году это было слишком, так сказать, мало времени прошло после Первой мировой войны, так сказать, вся страна зализывала раны, им было не до, скажем, участия, скажем, на другом конце Европы. Но, в принципе, потенциал и амбиции в Великобритании для участия, скажем, сегодня на другом конце Европы уже есть. Экономически страна способна это потянуть. Самое главное, так сказать, в самой Британии самая безопасность обеспечена, и ее интересы, так сказать, ее амбиции, скажем, в рамках того же НАТО вполне могут уместить, по-моему, допустить более активное участие, так сказать, в восточноевропейских делах. Да, и понимаете что, и для этого очень важно, для этого практически необходимо создание Южного Кавказа как полноценного региона. Вот сегодня вот этого нет. И почему, скажем, для меня беспокоит слабое присутствие Запада? Потому что присутствие, причем я не имею в виду, скажем, только Минскую группу, да, которая в течение 26 лет не смогла, скажем, обеспечить дипломатическое решение конфликта. Потому что если бы было бы какое-то дипломатическое решение, если была бы хотя бы передача 5 или 7 районов, скажем, не было бы, скажем, и Второй войны, и не было бы сегодня, скажем, российских миротворцев, которые действительно, вот как дамоклов меч уже сегодня над регионом. Понятно, что через несколько лет, да, сколько, уже 4 года, уже год прошел практически, через 4 года станет вопрос о продлении срока, это практически неизбежное трение. Понятно, что Азербайджан захочет их ухода. Понятно, что сегодня Армения, несмотря на то, что ее, так сказать, попытки стать более проевропейской, более, скажем, внутренне политически развитые государства, ее безопасность все еще обеспечивается Россией, и практически Россия держит в заложниках за Армению, да, это не получится, поэтому потенциальные трения все еще существуют. Транспортные коридоры, так сказать, транспортный потенциал, который, казалось бы, мог случиться, сегодня, опять же, очень маловероятен. То есть превращение в региона вот в полноценный такой хороший, безопасный, такой мирный транспортный коридор опять откладывается. И откладывается в основном потому, что, так сказать, да, в конфликте между Азербайджаном и Арменией Россия поддерживает конфликт. И пока Россия там на главенствующих ролях, да, сегодня Россия разбавлена Турцией, но понятно, что ее присутствие, так сказать, более весомо. В конце концов, там вооруженные люди хотя бы, да еще под шапками миротворцев. Мы знаем, к чему это может привести. Да, были передачи, и вот... Была передача, был такой дискурс о скинвализации региона. Да, может быть, сегодня это маловероятно, потому что сегодня Азербайджан другой, но это не исключено. Мы видим, что Россия может повышать ставки, когда, скажем, дело касается ее, так сказать, ее интересов. И очень грустно, что сегодня Россия готова повышать ставки, а западные государства, коллективный Запад, ставки повышать не так готов. Ставки смогла повысить Турция в прошлом году. Да, она, так сказать, она полноценно вступила в противоборство с Россией, так сказать, в этом регионе, и, можно сказать, одержала
одержала победу над Азербайджаном, в данном случае над Арменией. Это еще и победа Турции над Россией. Это, кстати, еще и, скажем, поражение Армении не только, скажем, в войне, но и в качестве ее, скажем, альянса с Россией, потому что Россия оказалась, скажем, только до какой-то степени поддерживать Армению. То есть она даже не для Армении, она для себя, для того, чтобы сохранить свое влияние, она не допустила, скажем так сказать, полного освобождения Карабаха, потому что, да, чтобы оставить себе, как называется, футхол, хотя бы, так сказать, для, ну, так сказать, пятачок для себя. Честно говоря, вот я вспомнил, ты вспомнил начало прошлого века, события столетней давности, я с большим интересом всегда относился к этим событиям, и эти события как раз-таки показывают роль личности в истории. То есть, ну, если бы в свое время линия Черчилля бы победила бы, а не линия Ллойд Джорджа, если бы в свое время не был правительственный кризис и вместо Орландо не пришел Нити в Италии, то есть, если бы вот эти все, вот, как бы вроде бы вот личностные моменты мелкие, но они определили историю на много лет вперед. Ровно так же вот сегодня у нас 18 сентября, это день, когда пришел Нерва к власти, и пять хороших императоров было у Рима. Пять хороших императоров – это время пика Римской империи. Ага. Но, опять-таки, случайно Нерва приходит к власти, и вот эти пять хороших императоров. То есть этот момент есть. В итоге участие Запада, оно как бы есть, но оно фрагментировано. Оно очень фрагментировано. И, ну, к сожалению, у нас остается уже очень немного времени, поэтому вот такой последний вопрос. Линии по линиям противостояния, по линиям разлома и по линиям напряжения. Вот в нашем регионе это, скажу так, это Черноморско-Южно-Кавказский регион. Вот по этим линиям Запад, насколько Запад, я имею в виду коллективный Запад, США, Евросоюз, хотя там тоже непонятно, будет ли общая линия, но Германия, Франция, когда мы говорим Евросоюз, Великобритания, насколько они готовы быть здесь на земле и насколько они готовы ресурсно присутствовать здесь? Сегодня такой большой готовности, к сожалению, нет. Хотя, понимаете, ну, есть вот такой, был такой термин «peace dividend», то есть, так сказать, дивиденды мира, когда окончилась холодная война, какое-то время думали, что больше ресурсов, так сказать, пойдет на образование, здравоохранение, скажем, исследования, на науку, более, скажем, такие гуманитарные полезные дела. Да, до какой-то степени это было, но потом случилось 11 сентября, хотя, да, 90-е годы, можно сказать, были этим отмечены. Будет ли, скажем, какой-то дивиденд от высвобождения ресурсов Америки в Афганистане? Да, который, скажем, по порядка 100 миллиардов в год, да, туда тратил. Это вопрос. Это будет зависеть от того, насколько, скажем, политическая воля. Кто сегодня в Америке победит? Скажем, Блинкены или Керри, да, коллективный Блинкен и коллективный Керри. Если, скажем, будет понимание, что Америка действительно вернулась, потому что, скажем, та же самая встреча и несколько документов, которые были приняты во время вот, G7, да, и потом там встречи Джо Байдена с руководителями Евросоюза, европейских ведущих стран, если это материализуется, то да, то Америка будет готова серьезно, скажем, противостоять той же России в Южном Кавказе, ну и Китаю на Евразийском континенте. Причем это будет такое противостояние, скажем, мирное, экономическое. Скажем, Америка, коллективный Запад может инвестировать больше, чем, скажем, и, скажем, перевесить то же самое вот Belt and Road, китайский, скажем, проект. И в данном случае показать России, что ее военные авантюры обойдется дороже. Опять же, будем посмотреть. Я очень, так сказать, надеюсь, что в ближайшие месяцы, но это станет ясно, это будет ясно, ответ будет на это положительный. Сегодня это сказать трудно, потому что сегодня Америка отходит от урона, который был, к сожалению, так сказать, учинен Афганистаном, потому что урон не только сам по себе уход, урон, так сказать, вот по имиджу, то, насколько быстро вот свернулось, насколько быстро, так сказать, испарилось, можно сказать, вот это образование, да, скажем, афганская, так сказать, республика, которая не талибанская, да, как оказалось, многие перешли на сторону Талибана, убежали, так сказать, захватили многие собой. Многие были талибами. Да? Многие, да, были тайными талибами, так сказать, как оказалось. Понимаете,
да, в принципе, для всего Запада и для Америки, скажем, уход, не то что уход, скажем, ослабление и как можно скорее оставление, скажем, вот этой страницы за собой, а это, оставить эту страницу можно, скажем, только успехом. Успехом или, скажем, более, куда более удачный, скажем, проектом помощи строительства полноценного государства. Потому что мы же понимаем, что, понимаете, есть в Америке такой опыт. После Второй мировой войны самые главные, скажем, враги, да, Германия, Япония, а потом уже Южная Корея, да, скажем, потом превратились в главных союзников. Опять же, понимаете, вот положительный опыт, да, хотя мы можем сказать, что Германия, да, она, по сути, так сказать, глубоко европейская страна, там было легче, то есть там, скажем, заряд в обществе был готов к строительству полноценного государства. Там в Германии было, скажем, опыт еще и, так сказать, этого еще объединений, опыт Бисмарка, опыт Веймарской республики со своими плюсами и минусами строительства демократического функционирующего государства. В Японии тоже были свои, так сказать, реформы Мэгди и положительный опыт, скажем, построения государства внутренними своими ресурсами. То есть помощь – это хорошо, помощь является подспорьем, но в государстве есть, скажем, заряд, в государстве есть потенциал создать полноценное функционирующее демократическое в какой-то степени общество. Оно оказалось в Японии, оно оказалось в Южной Корее, причем оно сложилось не сразу, до где-то 65-66 года Южная Корея была беднейшая страна, причем совсем не демократическая. Она была сравнима с Северной Кореей, скажем, по развитию. Где-то с конца 60-70-х годов уже, так сказать, пошел рост. То есть потребовалось время для создания, скажем, политической элиты и значительной критической массы в обществе для того, чтобы, так сказать, построить государство. В Афганистане за 20 лет его не создали. Не создали, потому что плохо строили или потому что общество было не готово. Это, скорее всего, частично и тот ответ верный. То там можно говорить о процентах, в какой степени. Но в Афганистане этого не случилось. В Ираке этого тоже не случилось. Я считаю, что южно-кавказские государства и Украина, Молдова – это государство, где это может случиться, где общество готово. Понятно, что с оговорками. Понятно, что, скажем, спустя 30 лет после независимого существования мы на куда более низкой точке, чем нам самим хотелось бы, чем мы, скажем, мечтали 30 лет назад. Да? Но, тем не менее, мы впереди того, что были 30 лет назад. Я думаю, ресурсы этого есть. И если, скажем, умно и хорошо и правильно оказывать, скажем, помощь, то, я думаю, в обществе есть здоровый потенциал и в нашем обществе, и в украинском, и в молдовом. И, я думаю, оно есть и в армянском, и в азербайджанском обществе. Да, сегодня Азербайджан, скажем, однопартийное государство, и, скажем, говорить о демократии там не приходится, но политическое развитие там может случиться. То есть там общество достаточно, скажем, я не говорю, кстати, про Западное, оно может стать, скажем, политически более, так сказать, развитым субъектом. В этих странах есть потенциал, и если оказывать помощь умно, не так, как в Афганистане, хотя в Афганистане, может быть, даже если бы в Афганистане американцы сделали бы все идеально, все равно бы создать за 20 лет. 20 лет – небольшой срок. Причем, если мы посмотрим, чем был Афганистан в 2001 году, да, скажем, вот из этого, да, скажем, вот из этой разрухи, да, и вот из этого, скажем, отсутствия, так сказать, людских полноценных ресурсов, из этого трайбализма создать государство и так было невозможно. В Ираке было тоже понятно, что это было обречено, так сказать, провал создания этого государства. Но в нашем регионе, я думаю, этот потенциал есть. И если, скажем, найдется достаточно интеллектуального потенциала в Соединенных Штатах и европейских странах оказывать, скажем, помощь умно и правильно, то это может построить. Хотя это, я не сказал бы, что это гарантированно. К большому сожалению, я тоже замечаю, за последние годы ослабление интеллектуального потенциала в западных странах по отношению к бывшему Союзу и, скажем, в отношениях международной политики и, скажем, международной помощи. После Холодной войны почему-то решили, что все сделано. Вот это был такой, скажем, триумфализм, такая вот идея Фукуямы, что, скажем, победа либеральной демократии. Поэтому это все само собой, скажем, построится. Само собой не строится. И, к сожалению, сегодня специалистов в Соединенных Штатах, знающих наш регион, знающих ту же самую Россию. Потому что вот если мы смотрим, насколько неправильными были, скажем, некоторые политические шаги по отношению к России, они думают, что какими-то санкциями они вызовут, скажем,
смену, приход демократических сил в России благодаря, скажем, 2-3 годам санкций. Ну вот я, были репорты, были, скажем, отчеты, которые говорили о том, что через 2-3 года, то есть благодаря санкциям после Крыма, после, так сказать, агрессии против Украины, то есть в России придут к власти демократические силы. Только благодаря тому, что экономический рост замедлится. Ну, это только один пример того, что, скажем, насколько поверхностным сегодня является, скажем, интеллектуальный дискурс, в том числе и на уровне полисимейкеров в западных странах. Это можно исправить. Есть хорошие университеты, есть, в конце концов, и, скажем, специалисты в самих странах, да, в той же самой Грузии и Украине, которые могут объяснить и которые могут дать понять, что нужно нашим государствам. Я думаю, так сказать, сегодня той же самой Америки и у Европы, и той же самой Великобритании есть хороший шанс создать такую success story на территории в государствах бывшего Союза, хотя надо этим шансом воспользоваться, и надо понимать, что существует Российская Федерация, и существуют силы, которые попытаются помешать этому шансу. Обманул нас Фукуяма. Нет истории конца. Но, может быть, это и хорошо, что нет истории конца. Огромное спасибо, Георгий, за очень интересную беседу. Беру с вас обещание по мере возможности радовать наших зрителей. Большое спасибо тебе. Всего доброго. До свидания.